Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о том, кто мы во Христе. Павел во втором послании к Коринфянам, в первой главе, 21 стихе, пишет: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Знаете, мне кажется, что такое огромное количество отступников в последнее время, оно обусловлено тем, что мы приняли Христа, но мы не утвердились в нем, то есть мы не пустили свои корни во Христа. И да, я знаю, что существует огромное количество причин Евангелия преуспевания, завышенные ожидания, неверные ожидания, но сегодня я хотел бы поговорить только об одном – неутвержденность. Некоторые говорят, что неутвержденность и молодость идут рука об руку. В какой-то мере это так, но только лишь в какой-то мере. Потому что Бог утверждает нас. Не наш опыт, знаете, не тот путь, который мы проходим, а Бог утверждает нас. И для того, чтобы мы были утвержденными во Христе, нам просто нужно позволить, чтобы Бог это сделал с нами. Он берет нас и углубляет, Он встраивает нас. Я не знаю, как еще сказать, Он как бы вмонтирует нас в Христа. И, возможно, вот эта перестройка жизни, она не настолько проста. Для кого-то это будет болезненно, нам придется что-то оставить и что-то принять. Оставить что-то родное, близкое и принять что-то новое, совершенно незнакомое. Это не такой простой процесс. Нам нужно утвердиться в Боге. Для этого нужно утвердиться в Его Слове. Для этого нужно позволить, чтобы Бог насадил это Слово. Это вообще такое потрясающее, агрессивное Слово, насаждаемое Слово. Это не просто, знаете, из ложечки в ротик, ну открой, пожалуйста, а насаждаемое Слово. И ты должен смириться и принять это в свою жизнь. И когда ты делаешь это, вот тогда у тебя появляется внутренняя сила преодолевать тот путь, который перед тобой. Неутвержденность – это не плод молодости. Неутвержденность – это плод бесхарактерности. Плод человека, который не готов принимать сложные решения и прилагать усилия. Если ты хочешь быть утвержденным, позволь Богу сделать это. Позволь Ему перестроить твою жизнь. Позволь Ему пересадить тебя в благодатную почву. Позволь Ему поместить тебя во Христа.